Здравствуйте, уважаемые подписчики нашего канала. Сегодня мы поговорим о том, как получить вид на жительство в Аргентине. Граждане России могут беспрепятственно въехать на территорию Аргентины, находиться здесь 90 дней без визы. В случае, если вам нужно находиться в стране более положенного срока, то вы можете подать документы на продление допустимого срока нахождения без визы. Либо вы можете выехать на пару дней, например, в Уругвай и вернуться в Аргентину. Тогда в вашем распоряжении будет еще 90 дней безвизового режима. Также вы можете подать свое досье миграционную на получение миграционного статуса РАНТЕ. Статус РАНТЕ предполагает, что заявитель обладает достаточными денежными средствами для проживания в стране без права на работу. Для подачи заявления нужно предоставить справку о несудимости, сертификат о рождении, браке. Для проживания в Аргентине нужно подтвердить наличие денежных средств на счету, подтвердить свой регулярный доход, можно справкой из банка о наличии средств на счету и справкой с работы. Или, например, что вы получаете прибыль с дивидендов. Кроме того, желательно иметь адрес в Аргентине. Вы можете заранее выбрать квартиру дистанционно, а уже по приезду оформить только договор аренды и сразу начать там жить. После того, как подали свой досье в миграционную службу и спустя несколько недель ее одобрили, вас вызывают на интервью и сразу же берут ваши отпечатки. Затем вы получаете письмо о том, что ваша карта резидента готова и вы можете прийти ее забрать. Первая карта выдается сроком на 1 год, далее сроком до 3 лет. Друзья, за более подробной информацией обращайтесь по номеру телефона, который мы оставили под видео. На этом у меня все. Всем пока!